Что касается онкологических пациентов, надо сказать, что онкологические больные и люди, которые перенесли в анамнезе онкологическое заболевание, даже если сейчас у них все хорошо, они находятся в ремиссии, тем не менее эти пациенты, эти люди, они находятся в особенной группе риска, потому что злокачественные новообразования, они сами по себе возникают на фоне сниженного иммунитета. Потом очень серьезное длительное лечение, которое сопровождает онкологических пациентов, оно тоже подрывает иммунитет. И, конечно, на этом фоне коронавирусная инфекция переносится очень и очень тяжело, с множеством осложнений и в ряде случаев с летальным исходом. Поэтому прививка от коронавируса у онкологических больных, она очень важна и очень нужна этим людям. Это обсуждается уже достаточно длительное время на очень многих онкологических форумах. И наши ведущие онкологи из федеральных центров все стоят на той точке зрения, что в первую очередь онкологические пациенты должны быть привиты от коронавируса.